6 июля этого года арбитражный суд Московской области, ну, апелляционная инстанция, к сожалению, приняла абсолютно неправосудное решение. Она решила, что 11 лет назад я якобы нанес ущерб своему родному совхозу, в котором вся моя семья и я работаем всю свою жизнь. И это абсолютно несправедливое решение придется исполнять, потому что оно вступило в законную силу. В решении написано, что я теперь должен родному совхозу около 1 000 000 000 рублей, 1 066 000 000. И, конечно, никогда таких денег я не заработаю, у меня их никогда не было, нет и не будет. Поэтому я хочу обратиться к всем жителям нашей страны. Совхоз имени Ленина имеет вековую историю. Это наш дом, это наша жизнь, это то, что связывает нас с нашей землей. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы помогли нам и перечислили какую угодно сумму денег для того, чтобы коллектив совхоза работал успешно. А мы на эти деньги построим такой же детский парк, который вы видите. Мы сделаем все для того, чтобы дети были счастливы, и он будет абсолютно бесплатный. Мы будем рады видеть всех здесь, но для этого нам нужно помочь сейчас. Давайте вместе соберем этот 1 000 000 000 и покажем нашей власти, что они нас не сломили, что мы всегда вместе и всегда за то, чтобы на нашей светлой родине было счастье.